И всем привет! Вы на канале Травка ТВ. И сегодня снимаю видео, которое называется «Мама купи мне пони». И давайте начинать. Так, надо посмотреть, что у нас нового на просторах интернета. Угу. Ой, падает. Так, посмотрим, что там. Вышло новое платье от Gucci. Я его себе куплю. Мама. Надо закрыть ноутбук. Так, а то еще сломается. Мама. А, да. Ой, чего, доченька, чего? Мама, я тут заметила, вот, посмотри. Ну что, платье от Gucci? Ну, блин, мама, это не просто платье от Gucci, это новое платье от Gucci. И я его себе очень хочу. Купишь? Ну, не знаю. Ну, блин, ну уже праздники кончаются, а я хочу себе новое платье. Ну и зачем тебе сейчас новое платье? Вот просто скажи, зачем? Ну, чтобы быть красивой, у нас же будут всякие балы, а тут новое платье от Gucci. Вы можете потише, я поспать не могу. Ой, сестру разбудила. Доченька, кто ж так делает? Свою любимую сестричку будет. Любимую? Ну, она, конечно, хорошая, но очень занудная. А, кто? А, сама занудная. Я вообще, смотри, какая красивая. Я делаю себе огуречные маски. Вхожу, спасала, а ты страшная. Сама страшная, ты страшная, ты. Девочки, хватит, вы обе красивые. Ну, мама, почему она вечно себя так ведет? Типа, она лучше всех, а я некрасивая. Вот поэтому я и делала огуречные маски. Но ты сейчас сама сказала, что она некрасивая. Ну, конечно, потому что она мне так говорит. Неправда. Тихо, девочки, тихо. Так, доченька, тебе надо что-нибудь в торговом центре? Да, я хочу себе пони купить. Купишь? Ой, дочь, ну они же такие, как бы, неинтересные. Это вообще для маленьких детей. Нет, они и для взрослых. Например, я хочу вести свой канал, и мне нужно купить много пони. А то у меня есть... у меня даже нет пони. У меня нет. Ну, не знаю, даже не знаю. Ну, ладно, мам, сходишь и купишь пони, и заодно зайдем в магазин, где продается Gucci платье. Ай. Оно уже сегодня было выставлено в магазинах. Да, я хочу быть первой, чтобы купить это платье. Оно как раз подходит к моей короне. Еще много аксессуаров от Gucci. Да, я тоже пони куплю. Ой, ну хорошо, девочки, тогда давайте собирайтесь. Ура! Ниху! Ура! Гучи! Я уже бегу. Да, доченька. Ладно, давайте, я вас жду в коридоре. Ага. Так, я возьму сундучок. Дай. Да, я хочу... Ой, зачем тебе этот сундук? Ну, положить что-то. Хорошо, я тогда в твой положу вот это и это. Водичку. Ну, я пить могу захотеть. Все. А что ты, сестра, еще возьмешь? Мне просто интересно, что ты возьмешь. А, знаешь, что я возьму? Я нам покушать возьму. Покушать? Да, вот этот пончик аппетитный. Один пончик? Да. Думаю, еще надо пачку конфет. Что? Маме не говори. Все, пошли. Пойдем. Я уже собрала все, что надо. Мама, идем. Хорошо, доченьки, пошли. Ой, пойдем. Так, здравствуйте, дочки, давайте заходите. А, да, идем. Мы уже идем. Здрасте. Так, ну вот. Вот в этом магазине как раз продаются кое-какие редкие пони. И твои всякие Gucci. Вау, тут всякие юбочки и аксессуарчики от Gucci. Вау, yes. Юху.
идем покупать, идем. Ну, мы не будем смотреть твою штуку. Мы с дочкой пойдем по нее посмотрим. Да. Сейчас только сумочку уберу. Хорошо. А я хочу посмотреть Гуччи. Так, что бы мне взять? Так, пакетик, потом возьму. Дочь, ну что ж, давай посмотрим твоих пони. Да, мамочки, я очень люблю их, давай посмотрим. Так, ну посмотри, тут какие разные они есть. Вот, смотри, какие-то непонятные. Мне вон та с короной нравится, прикольная. Ой, прикольная, да. А мне, мамочка, нравится вот это. Мне вообще все нравятся. Ну и какую ты хочешь взять, дочь? Даже не знаю, я вообще не понимаю, какую взять. Вообще, я бы все взяла. Ну, доченька, ты, конечно, извини, но все эти купить не смогу. Выбери только те, давай две, да? Да, мамочка, пись. И всегда буду хорошо себя вести. Ну, ты и так себя хорошо ведешь, у тебя оценки всегда пятерочки, ты молодец, кстати. Ну, у тебя всегда все хорошо, поэтому ты всегда убираешься, за собакой, кошкой всегда убираешь, ведешь себя хорошо, ходишь на кружки всякие там, вот это все такое там. Ты всегда очень этикетно, когда к нам ходят гости. Да, потому что я знаю правила этикета, я хожу на этикет на английский и все такое. Да, знаю, мы же царские особы, поэтому у тебя всего 32 дополнительных занятия. Да. И еще 33-е это занятие, ну, домашнее такое занятие. Это занятие по уходу за животными. Да, это ведет себе наша слуга. Да. Ой, я, конечно, всегда устаю, но я понимаю, что я будущая королева. И мне это все надо знать. Вообще-то, сестра, я будущая королева. Нет, я. Девочки, хватит, пожалуйста. Давайте выберем уже всякую одежду. Хорошо, давай, мам. Так, ой, а вот же твое платье Гуччи. Гуччи! Я умею. Пошла, сейчас вам скажу. Ну, вот как вам я, дочь, шикарно. Да, не знаю, это самое шикарное платье. А теперь пойду к аксессуарам. Она меня чуть не снесла. Ну, давай, доченька, выбирай уже. Я, наверное, возьму вот эту принцессу. Она похожа на нашу тетю Луну. Да, очень похожа. Так, возьму вот эту красивую принцессу. И, мамочка, а какую мне еще взять? Ну, не знаю, как ты, мне кажется, что вот эта вот на тебя похожа. Какая? Ну, конечно, не совсем, но она на тебя похожа. А чем? Ну, тем, что она такая же, как, ну, в очках, значит, умная. Во-первых, мне кажется, что она такая трудолюбивая, у нее есть такая кофточка, знаешь, блин, готова везде идти. И грациозно выглядит. Хорошо, мне она тоже нравится. Ура, у меня вот пони. Дай обниму. Все хорошо. А, пони. Пошли тогда уже. Посмотрим, что сестра понабрала. Так, я даже не знаю, что взять. А, ладно, возьму сережки. Это вообще обязательно. Взять новую корону. Это я не буду, это детский бантик. Корону. Очки. Они мне понадобятся. Скоро уже лето. Брошку. Так, это я не хочу. Еще новую расческу. Короче, гриб. Что с этим? Грибешок. Расческа. Да. Так, вот, все есть. Нет, еще хочу что-то взять. Еще. Я, мама, хочу что-то еще взять. Доченька, успокойся. Да, успокойся. А, кстати, надо снять, а то как ты будешь покупать. Мама, можно я сниму свою кофточку и примерю вон то шикарную юбочку или платье? Я не знаю, что... Можно? Конечно, доченька, ты же хочешь его взять? Да, очень хочу. Платье, не знаю, что это. Это костюм. А, хорошо, этот костюм сейчас. Опачка. Ой. А, как красиво. Да, дочь, тебе очень идет. Я тогда его возьму, мам, хорошо? Хорошо, доченька. Одень-ка свою кофточку, а то холодно на улице. Очень. Да, мам, я знаю. Ну что ж, мы понабрали, я вижу, достаточное количество всего. Давайте тогда проходите на кассу. А, да, хорошо, девочки, давайте все сгребаем в кучу.
Так, вот, пожалуйста, пробейте нам вот это вот все. Пробейте нам. Да, конечно, я пробью вам всю эту штуку. Легкотня полная. Так, о, господи, как мы много понабрали. Так, бздик. 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 О, хорошо, нам все пробили. Можно пакетики еще? А все? Да, давайте все. Бздик, бздик, бздик. Пик-пик-пик-пик-пик. Так, подождите-ка, с вас всего получается, в общем... Так, сейчас. О-о-о-о-о. У меня просто очень старая касса, извините. 10 576 рублей. 576 рублей, да, все правильно. Хорошо, вот, держите, у меня карточка. Угу. Давайте-ка. Пик-пик-пик-пик. Ага, все, можете свою карточку забирать. Все. Все-все. А, да, все, спасибо. Так, мам, у меня тут есть сумочка какая. Вот. Можно я сюда положу там аксессуары сестры? Там? Ну хорошо, давай. Так, сестра, я все лучше сложу в пакетик свои аксессуары, а ты лучше свою пони сложи. Хорошо, вот я пони в один пакет, и вот здесь вот моя еще пони. Так, все, платье есть, все, сумка есть. Мама, ты себе ничего не купила? Ну, понимаете, у меня просто все есть. Я рада, что вы все что-то купили хоть. Да, хорошо, мы сходили в магазин. Да. Если вам понравилось, то подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока! Пока-пока!